Здравствуйте и добро пожаловать в мой сейчас перед убежищем тирана или тиранским убежищем. Хорошо. И это очень хорошая песня в этом лабиринте. О, посмотришь, монстр. Я не знаю. О, и другие монстр будет. О, я очень понравится, что эта песня будет продолжает в том времени, что мы в борьбе. Почему? Пила один попитка хил. Посмотришь, как сделаешь. О, неплохо, десятое что-то, десятый технический. Конечно, есть дверь. О, похищален. Это похищаленный сельский. Не видел? За решетки. За решетки сейчас. За решетки или это... Что делаешь? Еще один раз. Использовал свои вещи. Посмотришь, используя свои глаза. О, открой. Хорошо. Может быть, внутри клетку. Клетки будет. Нет, ничего не будет, конечно. Но почему охранник позволил свой пленник будет оружие. В руках был один... Что? Что называется это? Вита. Почему это охранник? Дал... Что? Позволал свои плени. Будет винтак. О, это... это охранник сказал, что... спасибо большое за принесёс и что будет мое основное блюдо. О, это обезьяны. Конечно, мы обижены в отношении с рептилиями. Посмотришь, и замок обижающий рептилиев. Это очень отличная архитектура. Конечно, развитнее, чем... люди. Нет? Конечно, рептилии заслужают вылежать. Но, конечно, мы видели. О! Привет, кино! God dang it. Просто это. Алло. Это не был тебе ошибка. Кино. Стоят назад.
Алла будет, будет спасти тебя. Я не считаю, что эти решетки очень много эффективны. Посмотришь. М? Вау. А, извините, Алла, это все винокино. Неважно. Кино может избегать с другими, лрубами, сельскими. Что, что делаешь, Алла? Хо. Я буду окончить этот вопрос. Кино еще пойдет. Нет, кино не пойдет. Если Алла умерла, кино новый глав Йока. Алла. Хорошо. Алла сильно не будет поиграть. Кино понимать. И покажаю тебе что-то. Но первый это что, яйца? Это яйца сундук сокровищей. Один мирита. А почему за решетки с кином я не понимаю? Может быть, я не был прав, когда я говорил, что открыла. Это комната, что мой был. Хорошо, продолжай. О, тебе здоровье, меня слабо, Алла отличный глав. Хорошо, продолжай. Он открыл другие дверь. Другая дверь? Оп! Открыл дыр с ключом. О, это ключ, но это не стоит, потому что не очень что трудная борьба не будет трудная борьба. И еще это хороший шанс для собрать, конечно, очки опыта. Не очень. О, это очень глупый ключ, нет? Для своей door right there. Это дверь вниз. Я думаю, что возможно я не был прав. Это я говорил не прав, когда я сказала, что мои репети другие заслуживают переживания, продолжения в жизни, в состоянии, существование, existence, состояние, нет? Хазурят. Как? Состояние. Я недолго верю, что рептити заслуживает переживание или обиживание или что? Состояние в мире. Потому что, посмотришь, это очень глупый. Это очень глупый замок, что есть внутри и позволяют плени, будет оружие. И а почему? Дир, а это
кто-то попал. А, помните, очень хорошо. Конечно, это прав. Очень хорошо, что вы не забыла. Это очень... К сожалению, у него есть огромное количество здорового. Но не очень плохо. А, одинаковый комната. Который ты был. Хочешь? Еще один раз. Первый, конечно, убивай ретит и эти пещера ной обезьяны. Но это будет пещера. Пещеры не обезьяны. Хорошо. Но если... почему? Ты использовываешь свою вещь, айтем. Посмотришь. Что делаешь? Хорошо, это хороший лучше, если выбираешь дверь влево. Хорошо. Может быть, это будет лучше, если один член группы, как Борис, как Алла и Лара, потому что это наверное достаточно для рептилий. Нет. Недостаточно. Забивай, что я сказал. Борис изучал. Почему? Хорошо, выходи. Ты рано. Нет. Продолжай, что? Нет, не бросал. Нет. А почему может быть шок? Нет, без молы. Не можете быть в оглушающем состоянии, если бы не бросал. Need to get out of this fight. Убивай. Кого? Что может? Кто может? Это очень плохой. Хил. Алла. Ну.
Не знаю. Фух. Хорошо. Хорошо, продолжай. Сокровище. О! Warp zones. Есть warp. Один тоник. Не может. Очевидно. Что? Кто орк? Ну? Ну, хорошо. Вверх. Вверх это выход из этой темной комнаты. Один, два, раз, два. А ничего нет. О, хорошо. Але есть, я считаю, рассчитаю, это очень высок, не, сильный, но это высокий темп критического атака. Это часто повредит критическую атаку, критический атак. Но очень сильно, конечно. Это хорошо. В видеоигре обычно женщины не умеют физический комбат, физический борьбы. Это хорошо, что Аля это... Что называет ключ? Два ключ. Другие? Барба. Один ключ хорошо, а другие не очень. Я убиваю его. Может быть осторожно. Что называется по-русски естественно? О, хорошо, это самоубийство. Естественно, не знаешь? По-русски. Естественно. Все так, но одна не так. Все сильно. Орно, все женщины в роли видеоигры используют магию и не очень в физическом борьбе. Хорошо. Но Алла естественно исключение. Исключение права. Хорошо, продолжай. О, выключил, нет? Выключила, нет? Может быть, что-то изменился. Нет. Выключала. Да? Да. Хорошо. Не нужно. Один еще раз. О, посмотришь, если что-то изменилось из-за выключения ключа. Да? А, еще один раз. Очень много борьбы есть. Хорошо. Молния.
очень отличный тактик, отличный стратегий. Конечно, это преторический замок, не очень различный с первым разом, когда мой был в преторическом эпохе. И еще мы будем видеть очень знакомые лиц. Хорошо. Прав? О, Лара. Хорошо. Будет смотреть очень знакомые лиц в очень близкое будущее. Хорошо, продолжай. Что, подожди? Что? О, самоубийство. Это была очень огромная ошибка, нет? Что? О, я посмотрю. Одну минуту. Извините, не выключала ключ. Это моя ошибка, потому что я не обращал достаточно внимания, что-то эта девушка делала. Очень больно. Невероятно больно. Как делает. Конечно, если бы кто-нибудь из разработчиков этой видеоигры умерли, конечно, в своей группе не будет спокойно из-за очень ужасная ошибка, что мы делаем в своем видеоигре. Но, к сожалению, но не очень. Это повреждение, это ущерб. Нет, ранения нет. Просто 17, 23. И это не ударил. О, хорошо, это босс. Хорошо, это достаточно для одного видео. До встречи, до свидания.